Подождите, ребята, подождите. Не торопитесь, что вы паникуете? Так, давай. Лакомы в самом начале. Подожди, ну хорошо, ладно, там тут еще хоть как-то можно решить. А здесь-то вообще бескомпромиссная ситуация. И вот я буду в такой же ситуации, знаешь, когда? Что, у тебя дырка у тебя тут, да? Нет. Я буду, знаешь, когда в такой ситуации? Слушай, а может булавки прямо это раз и лавка? Сейчас я еще это решу вопрос. Вот я могу сюда или за... А вот как я в своем лапсердаке? Ты помнишь, я была в туфлях, в трусах, и вот в этом пиджаке там ничего нет, а трусы у меня упадут с меня. Куда вот я их буду крепить? Если только у тебя за шею его можно сцепить. Вот сзади, знаешь, вот так вот за шею сцепить, за наушник провести. За шиворот вот сюда вот. А куда, у меня там даже карман нет. И у меня за трусы, ты прикинь, я тебе говорю, я вот так снимаю, стоюсь вот в этих трусах, сверху у меня вот этот пиджак короткий, там нет ни карманов, ничего вообще, и в туфлях. Подожди, а как же в трусы? Трусы у тебя съедут? Я стою вообще в трусах, вот в этих, такой, знаешь, вот здесь короткий пиджак, а сзади он уходит на длинный. Если только вот сюда вот. Без галстера там остается, да? Вот, за него и повесить. Куда? Я лифчик свалился. Почему? Ничего не расстегнется. Thank you.
Еще раз! Мне должны помогать! Нас не догонят! Кого не догонят?